Здравствуйте, мои дорогие. Ой, какой сегодня день. Не знаю, еще и в шапках, и в куртках застегнутых. Я уже и куртку расстегнула. Ой, прелесть какая. Какая прелесть. Ну, а я еще все в Санкт-Петербурге. И что я хочу сделать? Я хочу сейчас доехать до магазина. Многие знают такой магазин, ну, кто бижутерией, конечно, занимается. Интернет-магазин есть, называется «Кафе Бижу». А я его нашла, сам магазин. Вот. И сейчас туда съезжу. Ну, и расскажу вам по дороге, где он находится. Мало ли, кому-то, может быть, пригодится, правда? Так что пока иду в метро. За билетами очередь. Билеты стоят 60 рублей. Вот видите, да? Почем проездные? Приложением банковским с электронной карты 39 рублей. Единая карта петербуржца 33. А так 60. Спасибо. Неудобно эти штуки проходить. Ну, или, может, для меня, для толстенькой. А так, если еще крупнее человек, чем я. Ну, вот. Поехала вниз. Тут глубокое метро, долго ехать. Не буду я вас мучить. Вон молодежь, бегом, бегом, прыг, прыг. По ступенечкам. А когда-то и я в Москве в метро бегом бегала на учебу. А теперь стою и жду, когда приедем. Не дай бог ковырнешься и полетишь, зацепив весь народ. Ладно, уже вон скоро подъезжаем. Так, доезжаете. У кого какая ветка? Здесь сразу три станции. Сенная, Спасская, Садовая. Выходите на Садовую улицу. Кстати, здесь же находится и Апраксин двор, рынок. Рынок, на котором можно купить и камни, бусины, и стекло, и природные материалы, и фурнитуру. Так что очень удобно. Можно зайти в магазин, в кафе Бижу, и сходить на Апраксин двор. Кстати, тут же еще прям за метро стоит торговый центр, в
котором есть еще и Леонардо магазин. Так люблю эту мозаику с купцами, с торговыми рядами. Вот, так что место очень удобное. Можно прям в одном месте найти очень много чего для нас, для рукодельных девушек. Я днем еду, час пик нет, так что очень хорошо. Вот она, из метро я вышла. Перед нами улица, и вот туда направо. Вот туда между домами. Вот, а за метро, вот он, торговый центр. В нем находится Леонардо магазин большой. Проходите буквально вот 30 метров. И вот он, торговый дом купца Яковлева. Я, честно говоря, первый раз сама сюда иду. Поэтому посмотрим, что там есть. Есть лифт. Нам надо на третий этаж. Здравствуйте, а это я. Да, ну мало ли вот так кто-то в Питер приедет. Вот. Вот, я приехала за круглогубцами, они кончились. Ой. Но зато видите, сколько тут всего. Листики, цветочки, деревья, веточки. 20% скидка. Так, никак я не могу купить. Круглогубцы. Сейчас бы я занималась, делала. Ой, девчонки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Чего тут только нет. Птица большущая. Крупные. И крупные, и мелкие. Девчонки, интернет-магазин же есть. Вот какая веточка какая. Можно заказывать в интернет-магазине. Вензы всякие. Ой-ой-ой. Ну, цены сами видите, да? Вот это что такое? Ой, какой. Ой, какая подвеска. Да, такие прям крупные подвески есть, смотрите. Вон какие. Самолет. Птички. Птички.
Ой, какой, девчонки, какой жук. Бейлы, смотрите, какие. Все тут и для колец, и для чего угодно. Так, сейчас мне девушка разрешила поснимать, поэтому я без боязни. На рынке-то на Апраксином дворе не поснимаешь так, потому что, сами понимаете, они работают так, скажем, легально-нелегально, не пойми. Они очень не любят, когда их снимают. Ой, какие бусинки. Рыбочки, смотрите, какие. Рыбочки-ракушечки. Тут стекло всякое. Тоже скупочки, скидочки есть. Дорого, конечно. А как вы думаете, я покупаю все это? Так. Вот тут пошли природные материалы. Ракушки, кокос. Вот какие огромные кокосовые. Ну, это пластик. Хотя, конечно, вот эти интересные подвесочки. Вот такие веточки. Эти большие. Листики какие большие. Ой, ведь не удержусь же, сейчас чего-нибудь куплю. Ну, а толку-то? Круглогубцев нет, и я... Вот видите, сколько бусины стоят. $529 а всего-то их. Так, тут медная фурнитура. Короче, ник джоннор те. Топ-то чугея вох джоннор. Бахар, и чугея была на то болу. Чугея была на колбу. Тоже пластиковая. Так. Ну вот, купила вот таких. Сделаю серьги вот с такими штучками.
такими подвесочками. Вот такого осьминога купила. И взяла одну вот такую штучку попробовать. Вот если сделать с кораллом. Не знаю, ну пластик, конечно. Но может быть вместе и будет неплохо смотреться. Так что вот он тут магазин. Кафе «Биржу». Заходите. Буду рада, если вам помогла. А я сейчас еще, наверное, пойду все-таки на Апраксин двор схожу. Так, чтобы попасть на Апраксин двор, нужно пройти дальше. Метров, не знаю, 150, может быть. Вот, ну, прям по этой же улице дальше. И вот он вход на Апраксин двор. Вот. Я уже в видео рассказывала. Если вам нужны каменные бусины, прям на нитках, то вошли в этот вход и идите прямо. А я вам по дороге покажу. Вот проходите буквально, я не знаю, сколько тут метров. Ну, вот там вход, вот где свадебный салон. Идете прямо и прямо, вот справа у вас будет магазин «Сафари». Вот в прошлый раз я, ну, в прошлый раз, несколько дней назад, я купила тут 7 килограмм бусин. Вот, и даже не дошла до последнего магазина. Вот сейчас дойду. То есть прям так прямо и идете. Доходите вот до этого желтого здания. И вот магазин «Оникс. Натуральные камни». Ну что, девочки, хочу вам сказать. Кафе «Бижу». Конечно, выбор больше, но цены. Здесь можно купить нитку камней от 150 рублей. И нитка не такая, как там продается, 10 штучек. А тут 36-38 штук. Есть, конечно, и дорогие камни. По 1500-2000 нитка. Но в основном довольно демократичные цены. Ну, если получится, украдкой поснимаю что-нибудь. Так, а почему я решила это снимать? Вот много магазинов просто с бижутерией, с готовой. И цены очень-очень хорошие. Вот, почему я стала снимать вот такие видео? Когда я приехала 3 года назад к Саше, она мне говорит: мам, давай съездим на Апраксин двор. Вот, мы приехали сюда, и Саша знала один магазин. И мы туда и пошли, но там мало камней было, там стекло в основном и украшения. Вот, вот мы шли, видите, вот главный вход, да, свадебный салон. А тут налево проход, увидите. Вот мы в него сейчас пойдем. Вот. И потом я видео снимала, и мне начали девочки писать из Петербурга, что на Апраксином дворе много магазинов, где продают и камни, и фурнитуру. Вот. И я приехала, стала искать. Вот магазин «Мир украшений», 3 этажа. Тут не только украшения, тут, тут и крема, и для парикмахеров, и, в общем, вот. В него мы ездили первое время. Вот, а потом я вот как-то сама нашла эти магазины, причем, может быть, еще есть. Но я вот знаю 4 магазина. Вот.
И я понимаю, что людям это нужно. Ну, конечно, не всем. Но кому-то надо. Такие же, как я, которые приезжают из каких-то мест и хотят найти то, что нет у них. И потом, да, приехали и купили. Не надо за доставку платить. Цены тут совсем другие. Так, вот немножко, прям буквально немножко пройти. И вот магазин. Вон тут и готовые украшения. И вон браслетов сколько. В общем, всего-всего-всего. Смотрите, целый ящик. Сколько красоты. Спасибо. Вот, девочки, купила я круглогубцы. Ура! Ура! Ой, я даже не ожидала. Но этот магазин дороже, чем тот, в который я заходила. В первый. И продавщица у них очень... любит обсчитывать и обманывать. Но ура! Девчонки, я сегодня буду делать сатуар. И у них что плохо вот в этом магазине? Было не так. Была фурнитура просто на вес. У них много фурнитуры. А сейчас оптом, только оптом, от 1000 рублей. А так фурнитура весит 3 рубля 4 грамм. Гораздо выгоднее, чем покупать в магазине поштучно. Так, ну и сейчас я вам покажу еще один магазин. То есть две линии. Центральная и вот в сторону. Там два магазина и тут два магазина, которые я знаю. Теперь мы опять идем прямо, прямо назад, прямо. Вот, то есть мы идем в сторону главного выхода. Это две параллельные улицы. Вот, и тут почти в самом конце есть этот магазин. Во всяком случае, в январе он был. Вот он, магазин. Практически вот доходите до стены. Вот. И вот я заходить туда не буду. Ну, там тоже там камней, фурнитуры, швенза, всякое. Вот. 16-й корпус, 5-й магазин. Вот то, что написано, низкие цены, это неправда. Здесь не очень низкие цены, но камни очень хорошие. Вот. Так что, мои дорогие, я вам показала 4 магазина. И теперь пойду назад. Плохо здесь не пройти. Был бы проход, можно было бы сразу выйти. Вот, а теперь я иду назад до магазина «Мир украшений». Направо и еще раз направо и на выход. Я всегда говорю, было бы у меня 100 тысяч, я бы их тут все оставила, потому что я уже истратила за эту неделю. Ой-ой-ой. Я говорю, тут можно все купить. Вон какие трусы мужские красивые. По 100 рублей. Все. Здесь всегда народ. Ой, что творится тут к 1 сентября?
Я сейчас не пойду, но очень советую зайти вам в мир украшений. Там очень много всего, и у них еще существует, если вы берете на 1000 рублей, то это уже оптовая цена. Вот. Очень хороший магазин. Вот, ну вот, мы до него дошли и сворачиваем на главную улицу опять. А вот это вот насвай. Наркотик азиатский. Его почему-то здесь продают свободно. Как я говорю, тут можно купить все, от иголки до ракеты. Авокадо 3 штуки 100 рублей. Ну и все, вот, вышли на центральную улицу и идем к выходу. Спасибо всем за внимание. Очень буду рада, если кому-то это видео понадобится. Кому понравилось, ставьте лайки. Все, и до свидания. До следующего видео. Пока-пока, мои дорогие.